Компания Infinii, регистрация в компании и первые шаги после регистрации в компании Infinii. Уроки для того, чтобы каждый из вас мог легко и правильно зарегистрироваться и при этом не иметь никаких проблем. На сегодняшний день сайт компании находится в бета-версии, поэтому регистрация производится не по ссылке. Вводя свой аккаунт, вы найдете вот такое письмо от Infinii. Здесь имя вашего пригласителя, и давайте мы зайдем в это письмо. Переведем его на русский и посмотрим. Здесь видно, кто вас пригласил. И самое важное вот здесь, это ваш логин, а вот это ваш пароль. Вы их увидите сразу же и на английском, и на русском. Давайте мы с вами скопируем вот этот пароль. И нам нужно зайти вот по этой ссылке. Да, здесь, к сожалению, ссылка не активная, поэтому мы ее просто копируем. Открываем в другом окне и видим вот такую форму. В эту форму нужно внести ваш логин и ваш пароль из письма. Заходим опять сюда, берем ваш логин, берем ваш пароль. Обязательно внимательно копируйте. Некоторые копируют вот так. И есть пробел либо в начале слова, либо вот так вот в конце. У меня даже не получается. Но следите за тем, чтобы не было пробелов, чтобы вы копировали только от первой до последней буквы. Вносим и кликаем вот сюда «Логин». Запомнить меня не кликайте, потому что вам будет предложено сейчас задать новый пароль. И никогда не тревожьтесь, если вы забыли свой пароль. Вот здесь есть кнопка «Сброс пароля», и вы всегда можете ею воспользоваться. Кликаем «Логин». Нас переносит уже на сайт, и здесь нам нужно заполнить несколько граф. То есть это уже окончательная регистрация. Давайте посмотрим. Вот здесь вы должны внести свой пароль, задать уже хороший, надежный, в то же время пароль, который вы запомнили или записали. Далее вы вносите телефон, далее почтовый индекс, страна и город. Указывайте все на английском языке, даже если здесь переведено на русский, потому что корректно будет именно на английском. Я сейчас внесу и мы продолжим. Вот, внесли индекс, страну, город, адрес и кликаем по кнопке обновления. На всякий случай проверьте каждую из этих граф. Не забудьте записать пароль. Выбирайте сложный, речь идет о деньгах. И кликаем обновление или update, на английском языке здесь будет написано. Все, мы впервые вошли на ваш сайт. Я специально сейчас переведу на английский язык. И я рекомендую заходить именно на английском языке. Давайте сравним. Если мы зайдем на русском языке, вот что мы видим. Но здесь нет активных ссылок. Хотя нет, вот сейчас они активны. Но все-таки лучше на английском. Давайте вот здесь, смотрите. Это ваши активные ссылки. Они здесь для того, чтобы вы могли оплатить партнерский статус. Это $10 в месяц. И приобрести программу. Это 50, либо 150, либо $400 в месяц. Вы начинаете, конечно, с 50. Это самый такой разумный шаг. Итак, кликаем вот сюда в начале. И здесь вам нужно просто немножко подкорректировать данные. Вот здесь видите 9,95 в месяц. Здесь вам нужно внести фамилию свою. Здесь выберите страну. Если, например, как Украины здесь нет, то выбирайте Россию. Это не столь важно здесь. Главное это оплатить. Выбираем Россию. И вот здесь ваша задача не совершить ошибок. Во-первых, здесь вы пишете имя. Например, так. Здесь вы пишете отчество. Хотя на карте нет отчества, но вы все равно пишете. Здесь вы пишете фамилию. Далее вы пишете 16-значный номер. Я не буду считать, а вы посчитайте, чтобы цифра была обязательно 16. И вот здесь вносите дату, но не так, как у вас написано на карте, а вот в этом формате, который написан здесь. Две цифры. Это месяц, затем слэш, наклонная палочка, и 4 цифры год. То есть это выглядеть должно вот так. 10 слэш, 2016, 18 и так далее. Здесь вы вносите код. Три цифры. Вот в этом, чтобы вы не совершили ошибку. Если совершите, оплата не пройдет. Здесь цифры должны быть соответствующие. И вот здесь вы ставите две галочки, кликаете «Submit», и оплата должна пройти успешно. Если оплата не прошла по какой-то причине, вы проверьте еще обязательно, чтобы было соответствие на карте, вот это имя и фамилия, обязательно вот это соответствие, это. И если все-таки после этого не проходит оплата, тогда звоните в банк.
Только в банке работники знают, почему не прошла оплата. Они вам подскажут, и вы сможете оплатить. Подходит любая карта Visa, MasterCard, Discover. Не подходит Maestro, Visa Electron или какие-то еще. Надеюсь, что здесь вопросов у вас не возникнет. Далее, мы вернемся назад. Следующий шаг – это оплатить программу. Да, почему вам нужно оплатить вот это? Пока вы не оплатите партнерский статус, то есть $10 в месяц, вы не сможете пригласить ни одного человека. Как приглашать, я сейчас покажу, но вы не сможете, пока не оплатили. Пока вы не оплатите вот это, продукт, то есть лицензию на продукт, здесь форма такая же, но вы вот здесь выбираете тот продукт, который вы хотите купить. Либо это 50, либо 150, либо 400. Вначале кликаем 50, здесь тоже можно исправить фамилию. Здесь все то же самое мы с вами уже делали. Имя, отчество, фамилия, номер карты 16-значный. Здесь месяц слэш 4 цифры год, CVV, 2 галочки и оплата. Вот это то, что нужно сделать в первую очередь, потому что не оплатив продукт, вы не сможете получать вознаграждение. Не оплатив партнерскую программу, вы не сможете подключать новых партнеров. Если вы, конечно, хотите никого не приглашать и не строить структуру, можно не оплачивать $10. Но не оплатить $50 вы не можете, потому что вы не сможете тогда ничего зарабатывать. Смысла никакого нет. И после того, как вы оплатили, у вас появляются уже возможности, во-первых, приглашать партнеров и пользоваться продуктом. Для того, чтобы пригласить партнера, вам нужно зайти вот сюда. Partners, Reports и Binar View. На русском языке это будет выглядеть так. Партнеры, отчеты, двоичный вид. Давайте зайдем и там, и посмотрим, чем это может отличаться. Когда вы зайдете сюда, у вас есть две кнопки. Бинары и Personal Enroll 3. То есть здесь будет видно ваше дерево бинарное, а здесь ваше линейное дерево. Вы видите 10 уровней под собой. Итак, сначала мы находимся в бинаре, опускаемся немножко ниже, и вот вы. А вот ваши два места. Возможно, если у вас очень активный спонсор, то у вас уже под вами кто-то есть. Вот смотрите, как здесь. Free – это свободное место, а здесь уже кто-то есть. Чтобы посмотреть, кто, вы кликаете и видите, под вами человек, даже два. Кликайте по этому человеку, увидите, здесь еще люди. То есть это говорит о том, что спонсор активный, здесь уже пошел перелив, и здесь уже есть большое количество людей. Скажу вам, что в Infinii подписывать людей ну просто элементарно. И я думаю, ни у кого не возникнет проблем с тем, чтобы пригласить не 2, а, например, 20 человек. Но это, конечно, зависит от того, как вы к этому относитесь, хотите ли вы строить структуру. Итак, для того, чтобы пригласить человека, вам нужно нажать на кнопочку Free. Именно Free. Вот здесь с правой стороны Free есть, с левой нет. И для того, чтобы, например, подписать в левую ветку, а вам обязательно нужно одного влево подписать, одного вправо, которые платят по меньшей мере $50, тогда включается партнерская программа. Итак, чтобы влево подписать, вы кликаете вот сюда, Go to button left, или эта кнопка здесь еще называется перейти к нижней левой. Да, смысл понятен. Когда мы кликаем Go to button left, мы переносимся в самый низ. И под этим человеком в самом низу есть левая и правая свободные места. Естественно, если это левая ветка, мы подписываем влево. Если это будет правая ветка, мы подписываем вправо. Хотя можем и так, но я рекомендую подписывать именно так. В левой ветке в левую сторону, в правой именно в правую. Для того, чтобы выслать вашему человеку запрос, кликаете вот здесь Free. И кликаете Send Innovation. Открывается форма, в которую вам нужно внести на английском языке имя, фамилию, электронный адрес, без ошибок обязательно, и желаемый юзернейм или логин. Здесь уже есть ваш партнерский логин. Вы заполняете вот это все и кликаете Send Innovation. Пока вы не оплатите $10, это не сработает. Вот как, например, здесь. Я нажму, но тут ничего не сработает. Даже когда у вас внесено и вы нажимаете, несколько секунд должно пройти, 3-5 секунд, не спешите. Эта форма сама исчезнет, и это говорит о том, что ваше письмо уже направлено вашему партнеру.
Он, как и вы, заходит на свою почту, кликает по ссылке, вносит логин и пароль и заходит в свой кабинет, завершает регистрацию, и у него же есть, как и у вас, полноценный кабинет, который тоже нужно оплатить и уже начинать работать. Если вам нужно вправо, допустим, здесь у вас тоже есть люди, вы тоже кликаете «Go to right», то есть «Вправо». Либо вот здесь, если «Free», «Свободно», опять же кликнули, кликнули «Send», заполнили данные и кликнули «Send Innovation». Вот таким образом производится регистрация, только через кабинет. Сейчас это бета-версия, поэтому вот так. В дальнейшем, я думаю, будет ссылка, но сейчас это делается так. Здесь мы можем обновить. Здесь мы можем искать своих партнеров в дальнейшем. Не знаю, работает ли сейчас эта функция, но, по крайней мере, работать она будет обязательно. И когда вы кликнете по вот этой кнопке, перед вами откроется 10 поколений вашей команды. Вот видите, 10. Чтобы увидеть, вы кликаете «Show». Поскольку здесь сейчас никого нет, то, естественно, пустые места. Здесь будет имя, здесь электронный адрес, статус партнера, то есть оплатил ли он $10, и статус по продукту, купил ли он продукт. Вы всегда будете знать, кто в вашей команде активен, а кто пришел просто так посмотреть, непонятно на что. Потому что здесь нужно действовать, и чем быстрее, тем более эффективно. Итак, мы с вами прошли главные моменты. Как зарегистрироваться, как оплатить партнерскую активность, как оплатить продукт. И следующее, что вам нужно сделать, это подготовить документы для того, чтобы у вас работал Springboard. Это наша с вами торговая площадка, это наша с вами программа. Кликаете сюда, Springboard, и здесь, в общем-то, все просто. Вы можете посмотреть вот эту инструкцию, и вам нужно скачать вот эти два документа. Кликаете сюда, документ в PDF-формате открывается. Вам нужно с ним ознакомиться, потому что это условия работы на спринтборде. Я понимаю, что вы можете не знать английского языка. Вы просто копируете это именно здесь. Или нажимаете Ctrl-A, скопировать все, Ctrl-C. Затем заходите, например, в Google. Открываете переводчик, вставляете сюда весь текст. И переводите на русский язык. Читаете и разбираетесь. И вам нужно скачать и заполнить второй документ и отослать его в компанию. Тоже кликаем. Вот это договор. Вы тоже можете его скопировать, вставить в переводчик и посмотреть, о чем идет речь. Обязательно прочтите. Здесь ваши условия и ваша договоренность с компанией Infineon и работа с платформой Springboard. После того, как вы ознакомились с этим документом, вам нужно его оформить, либо напечатать. Вот здесь внести имя, здесь свой логин, здесь опять имя и фамилию, здесь поставить подпись, телефон, ваш адрес, e-mail, здесь телефон, здесь имя и фамилия. В отдельном уроке либо я сделаю, либо найдете на YouTube другого человека урок, где все это рассказано подробно и детально. Главное, чтобы вы это сделали и потом отсканировали и отправили этот документ вот сюда. Кликаете Step 3, и вот в этой форме вы вносите свое имя, фамилию, вносите свой электронный адрес, ставите Hi, здесь ставите свой username, то есть свой логин, здесь ставите буквы NDA, вот эти, здесь тоже ставите буквы NDA, выбираете файл на своем компьютере и закачиваете. Вставляете здесь цифры, кликаете Submit Ticket. И в течение 24 часов вам дадут доступ к вашему Springboard инструменту. Это главный инструмент для зарабатывания денег. После оплаты продукта у вас откроется вот здесь возможность проходить уроки, тренинги. Вы просто кликаете и смотрите. Сейчас это все на английском языке, но в ближайшее время будет переведено и на русский язык. И мы с вами сможем обучаться уже на русском языке. Кликаем, запускается видео, смотрим, разбираемся и действуем. Здесь очень подробная пошаговая система обучения, поэтому у нас с вами не возникнет вопросов по поводу того, как здесь зарабатывать деньги. А деньги, смею я вас уверить, здесь зарабатываются очень и очень серьезные. Поэтому действуйте, не откладывайте, не оттягивайте.
начинайте действовать буквально в первый же день,